Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня хотелось бы поговорить на очень актуальную в нынешнее время тему – школьный буллинг. Буллинг – это агрессивное отношение к одному из членов коллектива со стороны других участников. Он может проявляться по-разному – от различных издевательств и насмешек до физического воздействия. Рэкет, бойкот, шантаж и угрозы – это все также относится к буллингу. Жертвами часто становятся физически или морально слабые люди, а агрессорами зачастую становятся те люди, которые пытаются самоутвердиться за счет унижения слабых. Школьный буллинг может навредить детской психике и довести человека до самоубийства. Нельзя думать, что буллинг сам пройдет, нельзя все это терпеть. Жертве буллинга надо откровенно поговорить со своими родителями и педагогами и прийти к общему решению. Это акт храбрости. В любом случае надо защищать свое достоинство. Заниматься буллингом – это очень глупо и плохо, и поэтому я предлагаю нам всем жить в мире и согласии, чтобы сильные не обижали слабых, младшие уважали старших, и все у всех было хорошо. А на этом все. Всем до скорой встречи!